Республики Татарстан.
занимается 3 года. Имеет первый выигрышный разряд. Является победителем первенства Республики Татарстан. За время занятий после боев 35 боев, 39 одержал победу. Тренируется под руководством Ситникова. К выходу в ринг готовится 33-я пара. Первый Красный год. Салахутдинов, Фархад, Синьюков, Исаев, Азер. После определения результатов этого боя судейская бригада сменяется в следующем составе. Бритни Петров, Боковой, Исаев, Астахов, Мессиев, Торфов, Кудемов. Победу одержал боксер с красного угла.